Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы посмотрим мод на бесконечное лето под названием «Маргинал в Совенке». Я уже вижу знакомую локацию, там за барной стойкой молодой человек, девушка сидит вот в той стороне, вот там. Или молодой девушка, ладно. Фиксим девки. Хи-хи-хи-хи-хи. Налей еще, сука. Иди отсюда, тебе хватит. Ты что, оборзел, щенок? И вискарёк, вискарёк, вискарёк! Бля. Вот именно. Никитос, надо попробовать. Ну, не знаю. Ясно. Ты сыкло? Ты охуел? Кто сыкло-то? Я ща тебе покажу. У нас опять тут Никита. Никит, кажется, что-то нюхнул, да? Мне кажется, Никит накрыл немного. Так, мы еще не в Совенке. И что? О, бля, как же охуенно! Раз-раз-раз, это Харбас, радуга, петля, тревога! Лагерь, смерть, прикольно! Кошка-девка, я во сне, обосрал себе я все. Радуга, петля, стремянка. Тут Совенок, бля, как жарко. Ты пойдешь со мной? Конечно, пойду, будет весело. Дальше играй, ладно. О, Киш, мне кажется, сам играл. Бля, голова болит. До сих пор шатает. Прикольно. Ах, надо спросить, что это было. Так, а хули я делаю не в лесу? Ой, прелесть-то какая, ничего не сломал, удивительно. Никита проверил карманы. Таблетки какие-то. Хуй с ними. Никита! Чё? Я Никита. А, вот ты где? Ты куда убежал? Простите, девушка, я даже не знаю, где я и кто вы. Ты в лесу, в пионер-лагерь Совенок. Девушка, какой пионер-лагерь в ВГ-19? Сейчас уже Элжей с Фейсом там курит бамбук, трубы, и все, нормально. А вы тут про какой-то пионер-лагерь мне заливаете. Никит, тебе плохо? А как вас зовут? Меня зовут Славя. Славя, я себя прекрасно чувствую. У вас вроде тематический лагерь, да? Настоящий пионер-лагерь 1989 года. Какого года? 989-го. Нихера себе, таблетосы накрыли. Бля, они даже до сих пор не отпускают. О, хорошо пошло. Бля. О, а хули небо так вращается? Здрасте, девушки, а кто? Ольга Дмитриевна, он что, пьяный? Не похоже, нужно его к Виоле отнести. Зови кибернетиков. Блин! А вот это уже весело, то, что он накуренный попал в Совенок и... Точнее, или обнюханный. Ладно. Скорее обнюханный. Хорошо, сейчас буду. Кажется, какая-то там музыка еще играла. КГ, это 5, автор, какого... Тебе легче? Вроде да. А где я? В медпункте пионер лагерь Совенок. Я медсестра Виола. Какой сейчас год? 21 августа 1989 года. Нихуёво меня вставил. Так, вчера же 2019 был. Мальчик, ты что употребляешь? Только честно. Честно? Никита пошмыгал носом. Ну, знаете, много всего запрещенного. И то, и другое, и пятое, и десятое. Понятно, пионер. И как же ты от него достал? А что, тоже хотите? Пожалуй, откажусь. Друг насыпал мне. Ужасно у тебя друг подсаживает тебя. Соглашусь. Еще более ужасный я. Я приношу огромные извинения, то, что я это употребил. И чтобы вы этого не видели, я сейчас отойду за домик и еще раз это нюхнул, хорошо? 1989 год. Путешествие во времени. Ха, прикольно. Ты все, можешь идти. Надеюсь, в лагере ты не будешь этим баловаться. Не буду. Не бойтесь.
Честно пионерское слово, хоть там Никиты и не пионер, ну ладно. Ох, оу, нифига себе, как, какой пиксельный переход был. Я точно в адеквате? Пионер лагеря 989 года. Только под этим трипом такое причудится. Ха-ха. Ну, поживем и видим. Оу. Из-за леса, из-за гор появилась Алиса. И все. Эй, чудик, погоди. Да? А я Алиса, а тебя как зовут? Никита. Так вот, Никита, тут такое дело, что с тобой происходит? Ты то спокоен, то начинаешь творить лютую дичь. Я не знаю, что со мной. Ладно, кажется, с тобой это давно. Я что-то не особо понимаю. Так, пора в столовую, пошли. То есть, типа, Никита просто уже живет в 989 году, и у него такие приходы бывают, или что? Или он действительно вот как Семен, как Никита тот же? А не знаю, может быть это один и тот же человек, про одного и того же человека вот моды, где там главный герой Никита. Вот. Так, пора в столовую, пошли, хорошо. Может, я не знаю, мне создать плейлист уже похождения Никиты? Никита Тайм? Приключения Абдулловича в Савенке? Никита, подойди ко мне. Что случилось? Да ничего, просто я вот на пару таблеток глицина. Чтобы не нервничать. Ешь их после ужина. Ладно. Хорошо. Надеюсь, что после них в одно место не захочется. Никита взялся с поднос с едой. Ну, лучше один посижу. Пюрешка. У нас тут котлетка. С пюрешкой. С пюрешкой. Блять, я немного тумбу под столом задел. Ладно. Что-то странное. Котлета? Нормально. О, в котлете кое-что похожее на таблетки. Аппетит пропал как-то. Эй, ублюдок, после столовки поговорим о твоем поведении. Слышь? Ты чего бычишь-то, а? Кибернетик. Ну давай. Еще бы один такой доебался, прикольно. Сейчас эту хуйню отнесу. Так, таблетос еще, чтобы спокойнее быть. Никита сожрал 3 таблетки. Выйдет Шуриком, как ленивец такой. А, шо? Что тебе надо? А, вот и этот парень. Ты зачем к Алисе приставал? Не помню такого. А, не помнишь? Мне тебе напомнить? Ну попробуй. Что-то хуёво как-то. И Никита резко захотел срать. О. Никита люто гасит пацана. Может мне сломать тебе руку, а? Или разбить тебе ебало в кровь? А может быть ёбнут камнем по голове? Ха-ха-ха. Лучше все сразу. Я тебе напомнил твое место, сучка. Пацан расплылся в безумной ухмылке. Пошел ты. А ты круто у нас, так веселее. Приятно, когда ебало в мясо превращается. Я тебя спрашиваю. Площад... Уй. Ухухуй. О. Кажись готовый. О. Да охуел Шурика трогать. О боже, на нем живого места нет. Шурик, держи, ща мы его ебанем. Хотите так же? Ща мы тебя так же отделаем. И такой Никита начинает. Или все наоборот. Что? Что, мне кажется, Никите очень плохо. Это Никита такой крик был. Что-то мне кажется, там не очень все по плану пошло. Шурика, ты мы отпинали, но кажется, братва Шурика отпинала нас. Ох, птички поют, все зашибись. Пиздец, блять. Кулаки все в крови. Что еще сказать? Удивительно, радостная новость. Так, и вот я опять в лесу. А, то есть не они его отпинали, а он опять их? Здорово. Интересно, почему меня всегда сюда заносит? Что ты делаешь? Зачем ты их так обработал?
А чего не пристали ко мне? Ты под глюциногенами Алису целовал, а Шурик любит Алису. А почему Алиса мне не сказала этого? Не знаю. А может быть, она на букву Ш. Кто ты вообще? Я это пока не важно. Тебе пора. Я твой глюк, твой внутренний голос, твоя совесть. Пошел нахуй. Такой Никитоки и пошел в сторону совенка. Никита глянул кусты. Съебался уже? Прикольно, хули. Надо с Дмитрием поговорить. Ой. Мне одно интересно, если Семен. Ой, блядь, Никита ее целовал под глюциногенами, то почему Алиса не была против? Или она была против? Что-то тут все загадочно. А тут много крови. Так. Вроде бы никого нету. Так, Ольга Дмитриевна, что это было? А ты открыла дверь. Просто забудь тебя там. Тебя сейчас это волновать не должно. Ну, допустим, а что меня должно волновать? Ольга Дмитриевна дала Никите бумажку. И это обходной. Ольга Дмитриевна, а вы что ржете? Вы эту бумажку подтирались или что? Еще бы сказала, нюхни ее для полного счастья. Вы шутите? После обходного вопросы. Бля, ну ладно. Четко калькуль Ольга Дмитриевна с юморком. О, Алиса, помоги ему с обходным. Ладно. Пошли к медпункту. Пошли. Ты чего молчишь? А? Что я опять сделал? Мало того, что ты до меня домогался, так ты и Шурика с ребятами чуть не убил. Нихуя себе тут, блин, Никита машина. Терминатор из совенка. Они сами напросились. Шурик просто за меня заступился. Мол, нужно было все словами решить. Но он не хотел словами, все в драку лез. Ты его чуть не убил. Он ко мне пришел весь в крови, еле стоял на ногах. Вот Шурик твой, он немного дурак. Нахер он к тебе пришел весь в крови, когда он должен был идти в медпункт, где ему сразу же там помогли, что-нибудь бы там сделали, подлатали там. Я не знаю, чуть-чуть скотча изоленты, и он бы был бы как новенький. Прости уж. Просто контролируй себя, пожалуйста. Ладно, постараюсь. Пошли давай. То есть Алиса все-таки не была против. Ой, точнее, была против. А Никита постучал в дверь. Войдите. Пионер. А входной? Да, вот. Виола подписала обходной. Свободен. На, съешь эту таблетку. Помочь должно. От чего? Сам знаешь. Хорошо, спасибо. Никита с Алисой вышли. У меня один вопрос. Может быть, это все из-за таблеток? Даже с музыкальным клуб. Там моя подруга. Мы с ней на гитарах иногда играем. Прикольно, хули. Кажется, Никита это вслух сказал, а ему Алиса даже не сделала замечания, то, что он матом ругается. Ну, ладно. Алиса такая, то, что ее хрен поймешь, что она... О-о-о! Мику-мику! Ой, бля! Я не знаю, возможно, это за цензуру там один. Член пионера мне... В задницу. Что за красавицу я вижу перед собой? Что? Что? А дальше озвучка. Типа все? Домоверсия озвучки кончилась, платить дохера рублей? Да это же Мико, я двоение... Очень много букв. Ладно. Ай, блядь! Что это за хуйня была? Ты в порядке? Опять начинается? Не, я вроде бы в норме. Оф. А, ты, наверное, новенький? Типа того. Я Мико, приятно познакомиться. Да, мне тоже. Ай, подпиши по моему обходной. Секундочку. Мику взяла ручку из своих трусиков и подписала обходной. Даже Алиса немного офигела, что там делает ручка. Блин, может, у нее из-за этого всегда настроение хорошее? Как говорится, ручка всегда под рукой. Держи. Что за... Не обращай внимания. А, ладно. Давай, Мику, увидимся. Пока-пока. Никита с Алисой вышли из музыкального клуба. А это так часто с ней, Алиса? Ёбаный пиздец, бля. Она странная у нас. Давай к кибернетикам. О, там Шурик, там сейчас будет весело. Стой, слышишь? Что?
Эх, скучаю я по Семену. У него, бля, отменные булки. Бля, реальные электропедики. Он не из таких, не из этих. Скажи, Семен, вот если... Семен, вот если ты проснешься в походе, а на тебе нет штанов и жопа в вазелине, ты расскажешь кому-нибудь. Алиса, ты с кем встречалась? Это что за кибернетик под названием Педик? Это что? Ну, Алиса, ты поняла горькую правду про Шурика, из-за чего его Никита, можно так сказать, еще отделал? Опять хуета это. Где он взял такой вкусный хлеб? Говорила же. Допустим. Никита постучал в дверь. Входите. Ох. Ну, привет. Опять ты. Что ты делаешь вместе с Алисой, уебок? За словами следи. Я вопрос сопроваживаю. Подпиши ему входной. Окей. Подмыха чешется. Ладно. Шурка подписал входной. Все, входной подписан. Теперь съеби отсюда. Электроник, остынь. Электроник. Сыроежка. Сыроежкин. Ухожу, ухожу. Только не надо, пожалуйста, злобный вид делать. Окей. Никита вышел. Так, библиотека. Алиса вышла из клуба. Пошли давай. Ах, Алиса постучалась. Женя, открой. Женя, блядь. Харебуха, ща, ёвана. Женя открыла дверь. Я Никита, ты Жень. Приятно познакомиться. Обходной подпиши. Взаимно. Женя подписала обходной. Я не пойму, она бухая или заикается просто? Теперь проваливайте. Убегаем. Кажись, все. Если все, я пошла. Бывай. Окей. Алиса убежала. Ну ладно. Никита постучался. Заходи. Вот обходной. А теперь отвечайте. Ладно уж, я просто нашла на каракату на складе и решила поугарать над пионерами. Вы вожатые, вы должны подавать пример пионерам. О, здоров, Фантомас. Какого хрена? И мне кажется, то, что эта наркота как-то причастна к Никите. Вот мне что-то так кажется. Ладно уж. Ты ебанутая, блядь? Чуть-чуть. Ну, видно. Вожатая со стажем решила поугарать над пионерами. Я бы поступил так же. Кстати, сегодня дискотека. Приходи обязательно. Будет весело. Вы опять там кому-то наркоту отдадите, да? Ладно. Пизда, блядь! Что? Кажется, была Ольга Дмитриевна и нету ее. Бля. Вот это нежданчик резко был. О, бля, что за ебанутство? Никита замечает вдалеке Алису. Бля, что с ней? Ой, бля. На Алису сыт толпа пацанов. Алиса, ты считаешь, что это нар... Хотя... Ладно уж, она еще и улыбается. Блять, самое главное это не представлять. Бедняжка. Пойду тоже за компанию, а почему бы и нет? Я сейчас сдохну! Лучше не надо. Ай, блять! Никиту ёбнули по голове. А? Бля. Только не надо, жопа это святое. А, что? О, я дома? Бля, я у себя на хате. Ебать, хуйня снится. Ну, ёбана! Что за пидор пришел? Я, блядь, сейчас... Вот я вангую, то что сейчас, блядь, войдут какие-то фигуры, и будет такой... Или музыка из паровозика Томас, либо... О! Здрасте. Что за четкие модники тут? Никита открыл дверь. Не платишь денежки, должник. Пиздим его, ребят. Спасибо, что ты прошли очередную нашу хуйню. Кредиты, титры, тексты, кредиты, титры. Мод написано, отъебись, все доебы уместны. Это был тяжелый труп, мы ебали в жопу, как могли, если два. Титры, тексты, титры, 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 текст, титры, тексты, кредиты, титры, пакет.
Единственный сектор, который я, скорее всего, дочитал до конца. Ну что ж, на этом я думаю то, что опять короткий мод. Да что, блин, такое? Я думал то, что по длительности он будет почти как датвенное лето. Вот содержательно, офигеть как трэшово и офигенно. Ну что ж, я думаю то, что на этом все. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока.